там же будет человек отламывать, знаешь, когда он мягенький, это одно. А как оно чувствует? Ну тогда сейчас я не буду брать. Я думал, сейчас заеду, сразу возьму. Ну я говорю, что давай не будем. Ну если надо тебе там что заеду, потом, конечно. Не, я бутылку пива возьму. Может что-нибудь на вечер пожевать. Ну я сейчас приду, я отмораживать оставила передние лапы этих самых, поэтому я приду, поставлю их. Но в этом не буду делать ее, в этом самом. Поджарю, а потом лучше отварю, чтобы оно будет мягче. Или лучше в этом самом, как ты считаешь? Да на сковородке просто обжарю. На сковородке обжарю, то есть. Под крышкой все. Так, значит, это мы едем по, как называется? Это еще сельхоз, это улица Студенческая, это дом 28, у нас 27-й, да. Это 28-й. А вот это, вот это. Здесь Махортов живет. Махортов, да. Сейчас он уже не живет? Нет, это же родственник Тани Спивак. Они ж продали дом вот прошлой зимой. Выехал там давно, а дом продали. Таня бегала, помогала. Ну там Таня вроде болела, может, или болеет. Да не, нормально все, я ее уже сколько раз. Сегодня ее видел. Я на почту ехала, она с работы шла. Вот все понастроила двухэтажные, мама родная. А лазить на них вот это... Ну, это же от жадности. А теперь по этим тарифам попробуй все это протопи. Да. Но ж кажется, пока деньги есть, они будут вечны. Деньги потратили, построили, а потом попробуй. Ремонт и сделай, обслужи все это. Да убрать. Вот, менял 110 квадратных метров, я один. А вот это Виталий, в нашем подъезде, да? 36 квартир. 36. 12 пустых. Пустых. Третья часть. Каждая третья пустая. А что касается остальных?